Сегодня в сфере отечественного телевидения произошло достаточно яркое событие. Свой день рождения отмечает первый в стране спутниковый телеканал «Казах ТВ». А само, собственно, событие состоит в том, что именно сегодня «Казах ТВ» вышел в эфир в новом формате. Что это за формат? Чем он будет интересен казахстанскому и зарубежному зрителю? И о том, насколько технологически сложно сегодня транслировать на аудиторию в несколько сотен миллионов человек. Об этом и многом другом нам сегодня расскажет известный журналист, директор телеканала «Казах ТВ» Андрей Тараков. Добро пожаловать в нашу студию, Андрей. Ну и в первую очередь расскажите, пожалуйста, в каком году появился вообще в эфире первый спутниковый телеканал? Первый спутниковый телеканал Казахстана. Да, это было ровно 14 лет назад, начало 2000-х. Событие это было действительно неординарное не только для казахстанских средств массовой информации. На постсоветском пространстве и во всей Центральной Азии это было достаточно яркое и громкое событие, поскольку, если вспомнить те годы, начало 2000-х... Конечно. И Каспионет, который мы все знаем. Да. Начало 2000-х не каждая страна, даже самая благополучная и авторитетная на международной арене, могла себе позволить поднять своего национального телевещания на спутник. Вот вы тогда работали рядовым журналистом, корреспондентом телеканала «Хабар», скажите. Вот, и часто, я знаю, вы как раз таки выезжали в зарубежные командировки для того, чтобы освещать самые разные события. Тогда уже, вот в начале 2000-х, после того, как появился «Каспионет», где-нибудь за рубежом встречали ли вы? И если встречали, то какого мнения придерживались, скажем, те зрители «Каспионет»? Давайте еще несколько годов к началу независимости отойдем. Первый мой опыт работы на телевидении был связан с работой в отделе международной информации. Угу. Тогда мы по крупицам собирали информацию из-за рубежа. Это были такие международные агентства, очень известные, как WTN, который впоследствии стал EPTN, Associated TV, Press News. Это Reuters был, это одно время даже CNN был. И это ведущий информационный агентство мира, конечно. Никто даже тогда подумать не мог и предположить, что через каких-то несколько, 5-7 лет, в Казахстане тоже появится такой канал, который можно будет смотреть за рубежом и не отрываться от Казахстана. Потом, да, конечно, во время зарубежных командировок, поездок, приходилось, конечно, общаться и с нашими переселенцами. Угу. Тогда как раз был очень большой поток. Люди возвращались на свою историческую родину. Ну, это было связано с распадом сверхдержавы. Это время, да. Да, и особенно в Германии, в России, само собой, очень-очень теплые всегда были оценки тогдашнего «Каспионета». «Казах ТВ» обмолвлю, что 4 года только. Угу. Но тем не менее, он уже как бренд себя уже как бы зарекомендовал достаточно серьезно. Ностальгия у людей, конечно же, была. И вот этот канал был именно той нитью, которая связывала их с исторической родиной, с друзьями, близкими, соседями, от которых они... Ну и, соответственно, еще и диаспора казахская, которая там сегодня проживает, они наверняка являются также зрителями. Да, к слову сказать, первоначально это была идея создания этого канала. Это на первом съезде Курултая казахов была выдвинута эта идея создать канал именно для представителей диаспоры. Сколько сегодня смотрит людей в совокупной аудитории телеканал «Казах ТВ»? Замером сложно под какие-то рамки и определенные критерии, которыми пользуются социологические службы, наш канал в какие-то рамки вот эти вписать. Мы ориентируемся на такие показатели. То есть мы доступны через 3 спутника. Так. Это Galaxy на территорию Северной Америки. Hotbird – это Европа. И AsiaSat – это Азия. То есть через эти 3 спутника мы внедряем канал в наземные системы кабельных сетей. У нас
более 100 партнеров по распространению в кабельных сетях, и совокупная их аудитория – это около 300 миллионов человек. 300 миллионов человек? Да, то есть 300 миллионов телезрителей, которые, листая каналы на телевидении пультом, обнаружат у себя наш сигнал. Ну, замечательно. В 118 странах мира, если я не ошибаюсь. Да, без спутниковых тарелок, спутниковых приемников, да, он уже доставлен к ним на телевизор. Потрясающе. Ну и давайте поговорим о том, что же сегодня нового увидели вот эти 300 миллионов человек. Не больше, не меньше. Сегодня состоялась как раз таки презентация обновленного телеканала «Казах-ТВ». Да, давайте обратно вернемся в начало 2000-х, когда создавался канал, он носил информационную направленность. Новости каждый час выходили, и то есть мы информировали граждан и наших, которые постоянно или временно проживают за рубежом, и зарубежную общественность о том, что происходит у нас в стране, ну и само собой о международных знаковых событиях. Время шло, все развивалось. Сегодня у нас появилась 24-ка. Кстати, я тоже, пользуясь случаем, хочу поздравить вас и ваших телезрителей. Спасибо, Андрей. Буквально на днях агентство «Хабар» отметило свой 21-й день рождения. Совершеннолетие, да. Да, да, да. Появился информационный канал, флагман на новостном рынке Казахстана. И все течет, все изменяется. Мы тоже скорректировали свою деятельность и в последнее время отошли от новостной направленности и взяли курс на имиджево-познавательный контент. Это прослеживается и в новой графике. Вот да. Наш это логотип. И новый логотип, который логотип сегодня новый, уже видели, да. Зрители. Это отход от новостной графики, геноформления, вот эта геометрия. Мы на визуальный ряд делаем упор, чтобы, посмотрев наши геншапки, отбивки, ролики, люди увидели, кто живет в этой стране, какие люди, где они живут. И вот говоря о генеральной шапке, да, Андрей, что их, да, окружает. Позвольте вас перебить. Сегодня, да, как раз таки, когда министр представлял новый логотип, вот после генеральной шапки пошли новости культуры. Это что означает? То есть вы сегодня уже будете транслировать те новости, которые в культурной сфере нашей страны происходят на весь мир? В частности, и новости культуры. Мы отходим, как я уже говорил, от новостной направленности. Новостей в три раза меньше будет. Не каждый час, а раз в три часа. И они будут, их можно заглавить «Казахстан и мир». Это будут международные премьеры какие-то театральные. Это будут международные форумы, которые у нас проходят. Или за рубежом с участием наших казахстанских представителей. То есть все то, что связано с Казахстаном и что имеет какой-то глобальный мировой уровень. Язык вещания, скажите, пожалуйста. Язык вещания. Вот с сегодняшнего дня у нас появилось две ветки. Первая уходит посредством спутниковых коммуникаций, кабельных, о которых мы вот ранее говорили, на мир. Здесь она недоступна. 50% государственный язык, 50% английский. То есть, чтобы быть более понятным нашей целевой аудитории. Если раньше мы вещали 25% русского, 25% государственного и 25% английского, 50% государственного, половина, да, то сейчас мы стали в два раза понятнее зарубежной аудитории. Это что касается зарубежной ветки. В стране мы вещаем точно так же 50 на 50. 50% на государственном языке, 50% на русском. Все же, зритель, на кого вы работаете по контентной заполняемости телеканала? Здесь опять же произошло объединение контентной базы «Казах-ТВ» и телеканала «Белим-Жанем-Адзиенет». Мы в контентной политике ориентируемся на уникальный продукт, универсальный. Если на «Казах-ТВ» мы демонстрировали более такие общие проекты для зарубежной аудитории, а на внутреннюю
«Белим Жанем Аде нет». Схожие проекты готовил, но уже более глубинные, детальные, то теперь это будет универсальный контент. Это он будет более качественный. Угу. Его будет больше. И он будет более интересным, скажем, угу, так, как иностранцам, так и будучи вот, нашим соотечественникам. Будучи тоже в зарубежных командировках, многие вот, представители казахской диаспоры говорили о том, что больше бы хотели видеть на спутниковом телеканале про культурные, про больше традиционные программы, про историю казахов. Вот в этом контенте что-нибудь будет у вас? Наш контент условно разделен на 6 блоков, и да, наши вот страновые ID, так сказать, они выстроены по 6 направлениям. Угу. Как раз таки это культура, так, первый блок, второй блок – наследие, третий блок – история, четвертый блок – Казахстан на международной арене, угу, это инвестиции, и авторитет нашей страны международный. Пятый блок – это лица, люди, межнациональное согласие. Угу, потрясающе. То есть можно сказать, что сегодня телеканал «Казах ТВ», ориентируясь и вещая практически в 118 странах мира и вещая для 300 миллионов аудитории, сегодня также выполняет, скажем, свою, если не ключевую, но, по крайней мере, серьезную, определенную стратегическую роль в формировании странового бренда Казахстана как такового. Именно так. Вот шестая, да, наша направленность – это туризм, то есть показать, угу, где мы живем, что нас окружает, наша уникальная природа. Это одна, угу, из задач, как и продвижение национального бренда, так и привлечение инвестиций. То есть стоит задача, да, сегодня экономическая. Экспо-2017, да. Да, у нас не за горами, само собой. Угу. Будут также направлены, то есть будут программы, которые будут направлены на реально, скажем, не берем как целевую аудиторию, но тем не менее на иностранных крупных инвесторов, для того, чтобы они могли узнать и экономический потенциал Казахстана, и, по крайней мере, ряд тех сфер, куда можно сегодня вкладывать инвестиции. Именно. Вот у нас появились новые проекты. Так. Один из них, Business Opportunities, рассказывает о том, как выгодно вкладывать в Казахстан на примере конкретного человека, конкретного предприятия, иностранного инвестора. То есть показывается гражданин зарубежной страны, угу, который почувствовал интерес в Казахстане, узнал о нашем привлекательном бизнес-климате, угу, рисков определенных не почувствовал, вложил. Мы показываем предприятие, на конкретном кейсе, на конкретном, да, примере, конкретную, да, продукцию и конкретные пути сбыта или внутри страны, или направление экспорта. Вот первый выпуск сегодня прошел про наш завод электровозный. Андрей, большое спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. От имени телеканала «Хабар-24» я хочу поздравить вас еще раз с днем вашего рождения, с днем рождения телеканала «Казах ТВ». Все-таки 14 лет пробыть флагманом именно спутникового телевещания отечественного телевидения, рассказывать всему миру о том, что творится сегодня в Казахстане и каков он сегодня и каков он будет завтра. Я считаю, что это очень ответственно и очень перспективно. Это очень интересная работа. Я желаю вам удачи, успехов и дай бог встретиться точно так же, скажем, даже через год, в юбилейный, скажем, ваш день рождения, в день 15-летия здесь на площадке программы интервью на телеканале «Хабар-24» и поговорить о том уже, какие можно сегодня итоги подвести уже обновленного формата. Удачи вам и всего вам самого наилучшего. Спасибо большое, Ирлан. Я думаю, год ждать не надо. Телезрители увидят это буквально в ближайшие месяцы. Надеемся. И я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях нашей студии был директор телеканала «Казах ТВ» Андрей Тараков. We'll be right back.